и вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Вадик, куда диски? Под укор придет? Все, мы внизу, Витя. Это решетка? Мы слышали? А решетка-то где? Вот она. Помнишь, шапочка есть? Спасибо. Помнишь, ты тогда бедро сделала? Просто все, идем. А Витя-то куда убежал? Пошел диски. Таня, помнишь, ведро с шапочкой этой? Червяков мой был. Сейчас вот мы комаров нагребем. Вот это да, в этой траве. А ну Громов был, Митин был. Сейчас все приедет после того. Чего? Дядя Федя Бихер-то есть большой мангал. Блин, и чего ты хочешь? Рыбалка. А если они приедут сами жарить? Ну, мы им обернем. Надо было тогда уж ехать и спрашивать. Пока я же не знал, что он здесь у него. Вон до туда, до Угора вода доходит. Шея, видишь, расклинил. Да? У тебя что, шея расклинила? Нет, нифига, видишь, так крутится. Ну, да он притворит. Вы не успевайте еще потом пить, захотите, не будете. Они не стали куда-то. А я вот чуть-чуть. А это что, от мази, что ли? Да. Ну. А я не знаю, где эта мазь. Вот какие. Та доска больше нет. А вот это. Вот это лавочка. Я говорю, сходили бы вон. Все, пока не будем больше. Земля. Земля, я тебя люблю. Нифига, он дров навалил. Мы тогда вечером будем ждать, пока нагорит. Ну что, и третий ножик нашли? Там ложка, вилка у них. День рыбака удается, да? Да. Ага, разговаривает. Чего ты ее боишься-то? Ты неправильно чистишь, Настя. Надо в другую сторону, наоборот. Да мы ей показывали уже. Ну стукни ее по голове. У меня есть машина. Кто-то едет, что ли? На чем? Машина, Николаевич. Огонь. А? Рыбу куда? Маленькая рыба. В пакет надо. Вот они сейчас сюда. Сами сюда прибегут, тут кишки будут. Знаешь, сколько человек соберется? Да? Нет, все же спрашивают, как их солят. Ты же снимай, как их едят. Как их только едят? Ну-ка, показывай. Вот так. Голова? Этого. Кишочку вытащил. Чайки. Опа! Ты как чаечка. Опа! Голова, хвост. Вот ты вам! Фига, мужик! Вот так. Можно, что я не съем с собой? Папа! Дома с макаронами пережаришь? Ням-ням! Вкусно? Да. Угу. Самое главное. Сколько комаров, наверное, сейчас дождь пойдет. Куда мы побежим, когда дождь пойдет? Ты что, не заработала? Не, почему? У меня просто это. Там прошлое видео, я не форматнул ее. Да где ты, ё-моё?
Чё ты? День рыбака у нас проходит в нормальном режиме. Со спиннингом не удалось уехать. Друзья просто еще подписались, отметить захотели праздник на берегу Енисея. Пришлось отложить спиннинг. Ну ничего не поделаешь. Отдыхаем отлично. Прилично. Спиннинг будет в следующий раз. Заново в воду, опять холодно. Солнце печет, точно нам что-то это жгнет, хоть одна тучка, но один, а? Хоть одна туча, но врежет нас. Грозы не будет. Тучи-то видал какие? Нифига не грозовые. Маленькие. Чир-ч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 ир. Пока в этом месте нынче чир не ловится, там внизу ловится. Ой, блядь. Ой, пошел, пошел. Да? Правильно, конечно, маленьких всегда отпускать надо. Чир-чир-чир-чир-чир-чир-чир. Вчера, если поймаю за фар, вообще, блядь, в обморок упадет. На фар учись выживанию на севере. Учись, говорю, выживанию на севере. Так он прожил уже сколько. Верховье, видишь, говорит, жил там. Ну там тоже люди рекой живут. Немало. Че у нас клюет, что? И чайника вообще нету. По-моему, вообще ничего нет. Не, сик дергает. Я чую. Есть сижок, носится. Все, караулим. А, тугуна-то нету. Не надо кидать-то, все забирайте, выкидывайте. Да ну нафиг, ты чё? А на следующий год кого ловить? Нет, он ельчиков выкинул. Пускай растет. В море есть доля, да? Опа, перекинул. Вот эту еще одну больше не будем, да? Да. Нет, потом больше не будем. Я не знаю, а смысл? Ну, хватит. Ж хватит. Блядь, что-то я вчера, видимо, блин, это. Последний заход был лишний. Тузик, шмузик. Сегодня с нами человек с Азии. Работает в спортивной школе, сейчас рабочим. По воле судьбы взяли, короче, его с собой. Он первый раз все это видит и просто тоже офигевает. Как это, говорит, нифига себе, он лодку первый раз увидел.
Не, вот и первый раз тугуна попробовал. Нормально, пускай человек отдыхает тоже. Справляет с нами праздник. Так кто-то уже банку кинул. Закинь ему в лодку, нахуй, пускай он ее курит там. Закинь ему в лодку. Че, клюет? Опять не клюет. Да ё-моё, что такое? Чир-чир-чир-чир. Не, ну надо, чтобы стучало прям по веревке. Как ударит такой килограмм? Килограмм на 8. Чайка летает, блядь, голодная сегодня. Никто рыбу не чистит. Хватай дубину, Зафар. Сейчас большую рыбу поймаем. А? Дубину хватай, говорю, сейчас большую рыбу поймаем. Глушить надо будет. Вода. Рыба. Большая рыба. Вода. Ага. Тугун-то есть? Сип нету, не вижу. Не слышу. О, тугун есть. Тугун есть, пропасть не будем. Ну все, уйди, давай вытаскивать будем. Конечно. Рыбу. Ишь ты. Сел. Сижок. Ну что, туда надо посередине. Ах, блядь, нихера себе. Не-не-не-не-не. Ты что, сорогу-то туда закинул? Сорогу, не. Сорога в реку. Все подбирай, что, блядь. Не, все не надо, ты что, Зафар? Все, пускай живет остальное там. Разводится. Вот маленькие эти, да? Комаров, да. Кушает, пускай. Самая деликатесная рыбка севера. Не как обычно там стерлядка, осетер. Тугунчик. Что-то это, Таня, видишь, смотри, опять ловить начала, да? А, блядь, ты куда меня вдул? Не, все. А обратно поедем. Ты поедешь на лодку, прокатишься? Он что, не ездил, что ли? Давай еще раз. А не, здесь плохая, Таня. Здесь не стоит. Не, там не попадет, там улова. Течения нету, рыбы нету. Будет эй, там, бля, боты. Да ну нафиг. Больше, говорит, может там. Опа. Полезный. Полезный. Ты говоришь, я много пива пью, он Зафар вообще с банкой не расстается, она. Как будто родился с ней, нам. Че? И не толстей. Там, наверное, это, Танюха-то, наверное, пожарила уже на шашлык. Ага, блядь. Да-да-да. Давай. Или она уже в люлю, нахуй. Она бы хоть там подшурудила бы, нахуй. И то хорошо. Пешком долго, да и незачем. Зачем пешком идти, когда ехать можно? На борт-то зачем сел? Ты плавать-то умеешь? А? Плавать умеешь? А то по технике безопасности-то на борту нельзя сидеть. На пол садись. Я всегда там сижу. Че, Леха, тыркнешь? Опа! Толкай. Оба два.
Тут ехать, ёпты, блядь, полминуты, нахуй. Смотреть, говорит, в окошко. Вон опять куст какой-то тащит. Смотри, что комары нафиг. Пофигу им, да, на все. Как идем? Сейчас доедем, конечно, за рулем. Да? Красоте и не бывает. Не, я за рулем. Видите, возле мангала греется, да? О, они там что-то нашампурили, колбасу что ли? Хорошо, когда тепло, блядь. Это весной нихуя здесь не хорошо. Это ничего возле костра, блядь. Надо было это, Марин. Большие куски надо было туда ложить, чтобы здесь решетку не подымало сильно. Куда ложить? Ну вот здесь, где прижимаешь уже. А сюда поменьше. Ну вы кого там жарите? Колбасень? Она шашлык. Это что, это воду надо набрать? Ты что, Таня, не раздеваешься, не загораешь? Настя, не лейте, вы зальете весь этот. Не, вот так делать. Так я тебе, блядь. Я тебе, мать твою. Кто ему опять хлеба накидал? Таня? Это мать, он уже... Отберите у него банку, он уже... Да, нормально. Где у нас? Вот она, запар. Вот. А где Витя? Настя, тут. А? Я просто так ничего не вижу. Чего ничего не жаришь? Да, со спиннингом-то мы сегодня пролетели, все, да? Убирай все. А? Твоя погода, блядь. Ну а я чё, если синоптики так давали? Ну перестаньте баловаться. Так ты руками одевай. Не измараться бояться. А маринад вкусный. Да. А? А, ну точно. Где свой брал? Там на полке. Маринкин там где-то. Шо удочки делали, на удочке рыбачили. Спиннингом не рыбачили. А, спиннинг этот, новый, который прислали, тонкий удочку. На харю забрал. Из Германии. Че? С тобой тот же оставил. Нет. Справа-то новый. А? Ну нормально, что? Ах, стащили, сука. Норме. Старичка, говорит, продавать будешь?
Да ну хуи бы я видел. Нахуй надо, конечно. Его уж совесть, наверное, продать не позволит. Роднее некуда, блин. Зафар, там следи за мясом, а? За мясом следи. Они там раздуют, по-моему, только и все. Пусть они соберут кишки. А что? Да, кинем подальше. Ну и что, вода уже теплая. Кидай. Кидай вон, пока чайка летит. Да цып-цып-цып. Цып-цып не прокатит, просто кидай. Опа. Успеет, опа. Нет? Успеет, не успеет. Все утонуло. Все утонуло, кишка. Потому что надо уходить, надо. Они тебя боятся. Убегай, они тебя боятся. Все опять. Все, оставили птичек без еды. Не надо, они сами на кнопку. А ты-то что пришла? Хлеб иди свой жуй. Так, что говорится. А где нож? Я уже не могу есть. Придется, Таня, придется. Я думаю, ты не можешь уже есть, хочешь. А этих курей-то хватит, пусть зажарит мясо. А? Да-да-да, хватит. Так, ты тоже начал? Принеси сюда ведро, Витя. И смотри, там там есть. Ну, а ты что делаешь-то? Бедный будь у меня. Че ты на человека наезжаешь? Кто? Уж забор у меня завтра будет строить. Че хлеба наесться забудет? Зажует. Память переполнится. Ну что мы-то голодные оставим? Ну шкурки что не собрали? Снимай, снимай, ты что эту? Решетку? Решетку снимай, ты что, Таня? Таня, бери решетку, снимай. Ага. Ё-моё, блин. Давай. Нажай. Где ведро-то? В середине. Вот это будет цаца сейчас. Самый цимус. Да. Мам, мне посыпь. Вон ему посыпь. Кому? Витя. За ним. Пиво тебе лежать будет. С пивом. Не, ну по коньячку тогда уже. Нет, этот. Трехлитровый виски возьмем. Будем этот магазинский самогон. Слушай, а мы мангал тоже из балки оставим. Ну конечно, а куда мы его еще повезем? Вот это уже наш, наверное, но. А дрова что-нибудь забыли про него. Дрова балок положим. Все, могут нож сжечь. Короче, я в туалет. Да, конечно, уберем балок. Надо эти доски на, Леха, слышь, доски надо в деревне взять и сделать свои скамейки и все. Давай, пилу привезти. А? Ящик надо было поставить. Вот их там намочить может, нахуй. Надо было их вот сюда наверх ложить. Куда? Вот сюда. Здесь они мешать будут. Не будут они мешать. Чему они будут мешать? Не, вот вытаскивай. Да ну нафиг. Да, они еще и... Ну а там, если вода прибудет, все намокнет. Его завтра тянуть надо однозначно. Давай. Завтра не надо его еще тянуть. Вон те, вон те сюда убирай. А? Есть. Посмотри, чтобы гвоздями сверху не лежали. Еще, блядь, там попал, да?
Тихо. Ничего не будет. Один раз вытащить, потом ничего не будет мешать. Затарка есть. Можно в следующий раз даже не вести, да? Конечно. Дров хватит. Смотря сколько мяса будем брать. Как обычно. Целого лося. Ну побольше, конечно, возьмем. Это мы сейчас быстро, просто мало. Ну блин, Таня. Мы будем весеннее жарить. Которое Леха покупал, помнишь, у нас что-то? А, я унес. Вот у вас готовый, есть покушать за здоровье. Конечно, сейчас покушаем. И за здоровье, и за все нам. Для всего, да? Ну, конечно. И за лося, и за всего ся нахуй. Он не знает, наверное, что за лося. Еще нет. Видать, что-то близко плавает. Опа, смотри, достала, смотри. А, уронила. Вот смотри, сколько их, 20, да, чаек? Двум достанется всего поесть. Больше никому. Опа, нифига идет, да? Лодка хорошо шла. Жжж такая, блин. А, это эти? Из деревни? Или нет? Сейчас мы его попросим. Видишь, бедный как хромает. У него бандаж стоит там. Рыба есть? Рыба вообще сегодня клюет. С праздником, Диалог. Рыбная инспекция, это не диалог и рыбалки Труханского района. Приветствует вас. Хуя себе договорил, ебаный в рот, да? Диахрест, ты что это? Подгони, подгони машину туда. Нахуя? Ну, потихонечку музыку включу. И все, что ли? И все. Ну, мы никуда не поедем. Так ящик водки, ты, какой базар. Я вам отсюда включу, слышно будет. Федя в балке. Не, отсюда не надо, неудобно. Потихонечку там рядышком, раз. Потом Дьявола подгонит обратно. Какой Дьявола? Я рыбачить буду сейчас. Ну, а потом обратно заберешь, да и все, чтоб он не ковылял. Он-то, видишь, кандыба у нас. Ты что, гайки не смотрел? Пошел ты, это шпильки, ёпта, с блоков. Ну, я тебе сказал, что это шпильки. Это они нестандартные, на 16. Ты хрен найдешь эти гайки. Это только вот эти двигатели ты разобрал, забрал эти гайки, да. А ты и так не подберешь. Они резьба, во-первых, 0,01, ёб твою мать, а везде двойка идет. И что делать? Ну, ты ищи нормальные шпильки, ёб твою. Понятно. С одной стороны однерка, нахуй, с другой мелкая резьба, ёб твою, с блоков поворачиваемые. 1,20, 1,25. Блядь, у меня завтра уже приедут собирать, на. Ты мне шпильки эти где? Дома есть. Соберем. Я одну нашел, она вроде резьба, но маленькая, крупноватая. Ну, я же нашел гайки, видал две. Не резьба не та. В смысле не та? С одной стороны похуй можно... С одной стороны похуй, заварить. Приварить и все. Так а я тебе говорю, привари штыри, на штыри одень, ёптымать, и все, и не ебись, не ищи гайки. В смысле привари штыри? К саням, у тебя сани железные. Блять, у меня уголки вот так стоят, я хотел вот так поперек притянуть. И привари, ёптымать, нихуя тебе! Мать, ты посмотри, ёпта, он всю футболку хуярил, он говорит, я не вижу. Я говорю, блядь, я вижу, нахуй, а он говорит, я не вижу нихуя. А где он? И хули, пока ты кидаешь, чаек ни одной не прилетит. Вчера-то у нас нету, хули толку от самоходки. А чир-то тебе зачем? Ну, чир мы бы сгоняли. Так это запрещено. Кого? Ну, у тебя лицензии на чира нету? Ну, а, ну в принципе, в день рыбака пофигу что ловить. Зеленая? Да. В день рыбака можно поймать все. Сварить и скушать. Я тебе серьезно говорю? Все. Честно? Я согласна. Я согласна. Пролетела? Главное, чтоб хлеб был. Смотри, смотри, альбатросы, блядь, сидят, ждут. Я им там кинула, они еще не знаю. На, а потом подберут. Все. Зафар? О, не
скажи всем. На рыбалке не спать. С днем рыбака. Все добро. Как тебе рыбалка в России? Вообще отлично. Класс. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо тебе за маринад. Все было классно. Да, конечно, все нормально. Пить-то пиво. Заметили. Водка пить-то дай. Почему нет? Красиво так летает. Но... Камеру включил, все, птица боятся. Вот, налетаю. Нет, Костя, налетаю. Вовка уезжает, я снимаю. Христиан Николаевич. Это не деревенская лодка? А? В деревне нет такой лодки. Как дела? Ты там живешь? Да неужели где-то Тузик? Тузик? Кто-то есть на свете. О, с тобой нас звезд. Все собаки на вас. Вон еще одна сидит. Кого на диванчик? Нет, никакого не стало. Это первая стадия. В одной лодке два человека, во второй один. Четвертый день. Брызги, да? Начал мазаться. Какую тебе брызгинку? Брызгинку, дай его не там где-то. Сейчас дам. Я гимназиям помазал, толку не было. Музыкальный центр с доставкой. Это Фаркова приехала. А там, где Дюра, это не лопата. Да? Ну, конечно. Лёшка или Миллер? Это где Юра едет. Это Юра или Миллер. Он опять здесь. Да. Он уже месяц тут? Рыбачь приехал. Да. Андрюшка и Демилев. Это прогресс, да? Нет, Казанка. Это Андрюшка и Демилев. А Юрик-то где? Вот это Юрик, значит. Целая толпа. Два человека. Ага, как точно два он. Человека. Это Обяшка. Это Обяшка, как у нас. Обяшка, точно такая, ну, же. Обяшка маленькая. А это кто? О, к нам. А, кусает прямо. А, Леха, ну? Не, нам позируют. Григорьевич у нас ездил, говорит, пока теплоход на Дудинке ходит, мы, говорит, вообще походили. Соберемся и пойдем. Вообще куда-нибудь, где было? Дома. Пекарь не было? Че, тетя Оля, потеряла? Потеряла, где Хрисю? Порожники хотели с Дарьей зажить счастливо. Сломалась пополам стрела Амура. Не долетела до меня. Кулак ему махает. Я понял. Не долетела до меня. Ты решетку-то куда дел? Да. Мне снимай, мне флешка кидай. На флешку обязательно скину. Без проблем. Своей флешкой ты кидаешь. Ну. Дай бог, все нормально, мне надо это, вот, вот.
Зафар без проблем, Костян сделает. Вот это надо. А, Енисей. Природа надо. Да, Енисей, красотища. Такой красивый надо. Если ты можешь, да? Могу. Давай даже что-нибудь добавляй, мне кидать. Конечно. Хорошего. Енисей — это жизнь. Да. Вот это же мне надо. Без проблем, я все это смонтирую за фары, все. Флешку дашь, я тебе скину. Мне надо вот здесь, короче, такой красивый. Вместе я был здесь. Ну. Я сидел такой, да? Вот это мне надо. Все будет. Мне это надо. В руку хотел взять шмеля. Смотри, шмели. Шмели опыляют цветочки. У меня есть флешка. Ты закачаешь туда. Без проблем. Я пойду в места. Вот они, цветочки, видишь, растут. Где-то я работаю, вот это, где я отдыхаю, да? Вот это специальные цветочки для, жен, для жены растут. Там сижу. Вот, дорогой Костя. Дорогой Марина. Еще что? Дорогая Наталья Михайловна, или что там? Что? Я хочу смотреть, вообще красота, короче, там. Красота. Вот у меня это друг там. Вот это для жены. Понял? Не-не-не, стой, я сам. Это я, это, своей жене. Видите это, блин? Узбекистан? Всяко разно увидит. Узбекистан смотрит. Ты тоже. Ты снимаешь, да? Да. Я забираю дома. Я дома сижу в Узбекистане, да? Костя, дорогой мой. Узбекистан смотрит? Да, конечно. За, Зафар много смотрит Узбекистан. Вот. Можешь привет родным передать. Всегда я не забуду передать, перевать. Еще запомню вот наши такой друзья. Ну что, так? Так. Меня снимаешь? Да. Все, добро пожаловать. Спасибо тебе. Не за что, Зафар, пошли. Все, поехали дальше. Поехали на такси. Нам маленько осталось тут 100 метров дойти. Ты снимай меня, кидай, блядь. Костя, ау. Дорогой мой, ты можешь снимать кино для меня? Кино для всех. Снимать? Кино для всех. Все нормально будет. Ну, добро будет. Тебе ничего не будет плохого. Нет, конечно. Тебе ничего не будет плохого. Тебе добро, хорошо будет. Там что ты снимаешь? Хорошее место. А где Лёха? Что мне? Автобус. Спасибо. Мазовцевый, конечно. Спасибо, спасибо. Таня, хочешь? Ну ты чё, блин? Отбираешься. Давай-ка я тебя поцелую. Давно пожаловать гадю. Такси заплатили те. Настя! Какой пакет? Ну вон тот большой, возьми себе пакет. А. Не, она сильнее. Надо толкнуть ее надо. Попробуй. Наталья же толкала. Так у Натальи сил хватает. Наталья, нифига какая же. А, вон же можно пакет туда поставить. Куда? Да. Багажник. О, точно. Ну, заплачь, багажник-то есть. Все? Все загрузили? Трамбуйтесь.
хорошо. Зафар, с той стороны заходи. Зафар, с той стороны заходи. А? Вот. А у тебя там куртка, что ли? Вот. Все забрали там с остановки. Все забрали. Нет, детей не забрали. А детей-то забрали? Да. А детей их в последнюю очередь вспоминаем. Мы кого-нибудь других возьмем, детей много бегает. Кружки, балки оставили. Мясо что ли? Рыба. Рыба, мясо. Рыба, рыба. Что там? Я не знаю. Нашел, то не иди, скажи, что ты закрой. Закройте. Все, давай это я там возьму. Да не трогай, я сейчас закрою. Все. Таня, мы домой поедем, но я не... Опа. Собаки. Место иди. А почему собаки-то, ну, а почему чапа-то на улице? Чапа. Чапа. Ну, где место? Я ничего не понял вообще. Иди. Иди, пошли. Иди, иди. Пошли. Пошли. Чапа. 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 На место. На место. Сколько лет? Она, значит, вылезла как-то. Зачем я вообще куртку снимала? А Зафар-то что, идет? Домой пошел? Ты домой? Ты домой пошел?